всем огромный привет! Сегодня хочу с вами рассказать и поделиться с вами рецептом очень вкусное кунжутное печенье. Я думаю, что многие знают о том, что кунжут сам по себе очень полезный, что в нем очень много содержится кальция и его нужно кушать. Это печенье готовится очень быстро, я его уже готовила не раз. И мне очень сильно нравится. Если сравнивать с тем печеньем, которое продается в магазине, которое тоже мне очень сильно нравится, но это домашнее намного вкуснее, намного ароматнее, и при этом при всем вы готовите его сами дома. Это не так дорого, как покупать печенье в магазине. И если вам интересен мой рецепт, то, пожалуйста, смотрите дальше. Набор продуктов, которые мне необходимы сейчас, находится уже на столе. Мука, сахар, кунжут, который я немного обжарила. Здесь у меня разрыхлитель, немножко соли и немножко лимонной кислоты, так как у меня нету лимона. Размещенное сливочное масло и 2 яйца. И я сразу скажу о том, что это у меня большая порция, это двойная доза, потому что я знаю, что это печенье съедается очень быстро и готовлю его сразу много. В первую очередь нужно сливочное масло. Отправляю в чашу кухонного комбайна и буду взбивать его вместе с сахаром. I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Uh-huh. Do you remember? A fallen man with no escape. It seems he lives in yesterday, uh-huh. You play, play the way when I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure. Этап, я добавляю яйца. И взбиваю эту массу. Масса у нас взбита. Теперь сюда я отправляю разрыхлитель вместе с солью и добавляю понемногу муку. Я уже немного сменила венчик, так как масса становится достаточно плотной и тяжело комбайну вымешивать. И еще раз включаю. И на этом этапе уже можно замешивать тесто вместе с кунжутом. Вот оно нежное, эластичное и достаточно плотное, как густая сметана получается. Тесто получилось вот такой плотности, оно очень как паста, похоже по консистенции на такую густую плотную пасту. И я его набрала в кондитерский мешок, потому что я не хочу, можно его чайной ложечкой вылаживать на пергаментную бумагу. Обязательно ложите пергаментный лист на противень, чтобы потом вы с легкостью могли снять печенье. И печенье нужно вылаживать на некотором расстоянии друг от друга, потому что оно будет растекаться, и чтобы оно не слиплось, расстояние должно выдерживаться. И мне намного удобнее, вот просто без всяких насадок в кондитерский мешок набрали тесто и вылаживаете.
Вот в таком виде я отправляю его выпекаться в духовку. Температура приблизительно 200 градусов, и проведет оно там примерно 5-10 минут, не больше. Вы сразу увидите, как только оно зазолотится, его сразу можно доставать. Это печенье просто невероятно, оно хрустящее, ароматное, оно очень полезное. И могу сказать честно, что вкуснее печенья я еще даже и не ела в этой жизни. Тем более в домашних условиях приготовить его очень легко и просто. И обязательно задумайтесь над тем, что в кунжуте намного больше кальция, чем в твороге, примерно в 10 раз. Поэтому обязательно пробуйте, обязательно экспериментируйте, готовьте. И если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте пальчики вверх. Всем желаю приятного аппетита и всем пока!